30 пьяных водителей поймали на дорогах Кировской области. В ГИБДД рассказали о происшествиях за выходные. Всего с 19 по 21 января произошло 10 крупных аварий. В них 2 человека погибли и 13 получили травмы. Так, в областном центре в 3 происшествиях пострадали 5 человек. В районах области погибли 2, 8 получили травмы. За минувшие выходные дни сотрудники госавтоинспекции пресекли более 450 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали 22 водителя в состоянии опьянения, в том числе тех, кто отказался от проведения теста, а также 12 водителей без прав. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.